Всем привет! Мы сегодня в Победе. Давайте посмотрим, какие цены сегодня в Победе, городе Димитровграде, улица Свирская, 7А. Вот. И сравним со светофором. Я думаю, что вы, кто подписан на мой канал, видели уже, что в светофоре тоже вот такое зеленое мыло от насекомых и вредителей. Здесь цена 107 рублей. Так. И есть лук-севок. По 164 рубля. Вот. Ну, здесь его, смотрите, много. Кстати. Да, обычно лука бывает мало, а тут много. Здесь, наверное, целый килограмм за такую цену. Хотя я вот, знаете, уже убедилась, что... Да, здесь килограмм. Что, ну, невыгодно сажать лук, если вы сажаете это на зиму. Так, вот этот красивый семена. Смотрите, шток роза. Карнавал. Очень красивая. 10 рублей стоит. Интересно, она многолетняя или однолетняя? Но я возьму. А, вот написано, сажать семенами. Так, в марте, в апреле. Сейчас можно посадить. Будет вот такая розочка красивая. В общем, семена здесь в основном по 10 рублей. А вот этот вот шток розы 19 рублей. А так вот... Цены вот, конечно, тут оказывается разные. Да, вот морковка 10 рублей, капуста 16 рублей. Так, капуста белокочанная. Седек. Так, ну я такой сорт не сажала. Обычно сажаю славу, победу. Но вообще-то, когда что достану. Так, 86 рублей вот это вот средство от колорадского жука Командор. Есть вот от муравьев средства по 52 рубля. Так, ладно, идем дальше смотреть. А вот еще капуста вот такая есть, смотрите. Так, июньская. Ранний урожай. 10 рублей стоит. Так. Вот, смотрите, кастрюли есть алюминиевые по 435 рублей. Здесь 4,5 литра. Но всегда в хозяйстве такая кастрюля нужна. И всегда беру вот для заморозки. Пакеты здесь бывают хорошие, но это так. Это не то. Так, где для заморозки-то? Вот эти вот, наверное, по 20 рублей. Они прочные, хорошие. Да, лучше, чем в светофоре. В светофоре они там плохие. Вот здесь вот хорошие. Так, сразу возьму запас. Есть фольга по 59 рублей. Сколько здесь? 10 метров. Так, это пленка 96, пергаментную бумагу не вижу. Да, фольга только. Пергаментная бумага, по-моему, в светофоре была и в этом фикс-прайсе. Есть она точно. Так, это тут веселенький халат, я смотрю, имеется. Так, вот, фланелевые, 50 размер. Так, на пуговичках. С таким поясочком. Карманы большие два впереди. Так, и цену сейчас найду. В общем, фланелевые халатики 571 рубль стоят такие. Так, обработаны хорошо. Так, ну, моющие средства. Вот 36 рублей. Жидкое мыло. А вот такой хлопок лен. 70. И такой хлопок лен 79. Аура 92. Это вот мыло хозяйственное 23 рубля. Большой кусочек. Да, здесь сколько грамм? 72%. 300 грамм. Граммов. Дегтярное 38. Ванное 46. Вот эта жидкость для снятия лака дешевая, 36 рублей. Вот мгновенный эффект. Так, очень хорошо работает и дешево. В общем-то, и ацетоном не пахнет так сильно. Так, санфор здесь по 112 рублей есть, по 72. Вот разные виды. И есть по 64 вот такие какие-то средства. Это что у нас? Чистящее средство.
30 рублей. Какой-то новый я такой не брала. Да, похоже на комет, но нет. Вот. Эксперт по очистке. Так, а вот пемолюк сода. Сода. 65 рублей. Биолан 54. Так, вот здесь вот биогумус есть по 123 рубля. 10 литров. Горшочки набор 56 рублей. 20 штучек. Вот термопот есть, смотрите. 2097 рублей, но он на 2,5 литра. Маленький. Так. Вот такие вот трусики, смотрите. С ножками короткими. Так. О чем они только? 109, что? Нет, это мужские. Панталоны 80 рублей женские. И 129. Ну, это панталоны 80 рублей такие, да. Ну, детские такие сапожки. Утепленные. 285 рублей они стоят. Алексеевская мука 5 килограммов 148 рублей стоит, 90 копеек. Здесь вот поменьше пакетики по 49 рублей. А вот Макфа будет 2 килограмма 94 рубля. Ну, высший сорт везде, да. Дальше здесь сколько соль. Так, соль вот такая вот. Подходит для засолки, филецкая. Но она, нет, для засолки не подходит. Это йодированная, 8 рублей 40 копеек. И вот 10 рублей. Вот такая, руссоль. Килограмм. Сахар 57 рублей. Да, вот, по 57 рублей сахар. Есть в мешках больших. 539 рублей, 10 килограмм. Горох 28 рублей килограмм. Так, это что такое, манка? Или не манка? Крупа манная, да. Но здесь 500 грамм, 11 рублей. Тут вот разные граммовки, поэтому цена у них тоже. Так, крупа рис. Мистраль круглоздерный, краснодарский, 95 рублей. 900 грамм. Так, мне нравится Националь. Так, ой, нету здесь его, в общем. Так, ячменная крупа 15 рублей. Крупа увелка гречневая 75 рублей. Ну вот, вот это вот. Она чистая, хорошая, отборная, 800 грамм, правда, здесь. Вот, и геркулес полезный, 11 рублей. Вот это вот, который варить подольше нужно. Но здесь тоже не килограмм. Здесь 500 грамм. По 47 рублей вот такая еще гречка есть. Так, и давайте посмотрим на овощи. Лук репчатый есть по 44 рубля. Так, фасованный 31. Вот это вот идет. Красный лук 69. Так, пекинская капуста 79 рублей. Ну вот она. Салатик делаю с пекинской капустой. Добавляю яблочко, морковка тру, подсолнечное масло, чесночок, немножко лимончик выдавливаю. Отличный салат весенний получается. Капуста 12 рублей. Белокочанная. Зеленушечка. Тут разная цена. Есть по 44. Просто укроп 28. И салат листовой где-то 53 должен быть. Да, еще можно листовой салат добавлять. Да, и вот перчик. Ну, вообще, вот такой салат весенний. Можно добавлять все, что угодно. И перчик вот такой хорошо пойдет. 289 рублей он стоит. Авокадо 395. Ну, здесь вот он такой тверденький. Но в холодильнике доспеет. Огурцы по 139 рублей. Томаты 246
и по 199, разные сорта. Так, сливовидные подороже, вот такие вот 199. Я тут красно-белым купила, хорошие томаты и яблоки. Так, иногда берем там. Так, вот кетчуп по 109 рублей Хайнц, томатный. Подарок 100 грамм идет, 450 грамм упаковка. Груши 196, конференция. Но они вот хорошие, вкусные. Грейпфруты 101, апельсины 88. Вот такие вот яблочки. Не вижу цену, но есть гранаты вот такие, смотрите. Прям такие, видно, что на вид красивый. 152, лимоны 96. До яблок мы сейчас дойдем. Вот 73. Вот такие вот красивые. По 87 и красная 95. Так, вот такие вот цены. Картошка 22 рубля есть. Весовая. Фасованная 20 рублей. Вот сеточка, которая. Так, а морковки? Так, морковки по 34 свежие. Вот. Ну, тут вот выборки остались. Свекла 19 рублей. И вот тут вот редька уже сейчас вырастет. Так, яблоки вон там вот еще. Сейчас подойдем. Курочка есть. От Акашева. Так, ну, по 128 рублей курочка вот такая вот. Ну вот, яблоки по 73 нашла и по 95 красные. Вот 73 вот такие вот, а 95 вот красивые. Вот они здесь. На вид такие симпатичные. Минтай по 129 рублей. Вот, ну неплохой такой на вид. Кальмары есть по 359 рублей. А скумбрия 186 рублей. Вот цены камбала 127 рублей. Ну, на вид хорошенькая камбала. Пангасиус 279. Котлеты рыбные 132. Морской коктейль 339. Креветки 389. Зубатка есть по 209 рублей. И вот такая еще рыба. Термпук. Термпук. Ну, не выговоришь, в общем-то. Мойва есть. Вот я мойву люблю. Только я ее здесь не вижу. Где она тут? Мойва 148, горбуша 399. Пикша 249. Вкусно. Так, ну и тут уже вот пошла такая продукция. Рагу, ребра. Так, ну и на подсолнечное масло, вот которое в ходу, золотая семечка, 103 рубля. Так, надо взять. Ну, у меня кончается. Так, Меладора 79 рублей. Вот такая вот. Есть подсолнечное. Вот такое вот. Нерафинированное. Так, цена 99 рублей. Кола есть. 149 рублей кола. Наверное, с Казахстана. Казахстанская кола. Санкционочка подъехала. Ну и вот смотрите, какое здесь изобилие всяких орехов. Аракис за 100 грамм 27. Ну это 270, значит, да? Семечки 10 рублей. Так, вот такой арахис 29. Грецкий орех 27. Ну это 270, считайте. Так, вот покажу цены. Что тут вот понавезли? Манго даже есть по 36 рублей за 100 грамм. И вот есть такие. Миндаль. Так. Что это такое? Цукаты. Цукаты 31 рубль. Сташки 87 рублей. Так. Так, а миндаль по 73. Это 730 рублей. В холодильном отделении молоко 55 рублей, волжские просторы 2,5% жирности. Сметана 73 рубля, 20%. Ну вот она вот здесь вот. И молоко есть. А здесь 3,2 есть, кстати. Значит, чуть дороже будет. Вообще цены демократичные в Победе. Да, и, кстати, есть даже масло
82,5% волжский простор 145 рублей 50 копеек, а 72% жирности 130 рублей. Здесь такие цены. Еще вот такое вот масло по 111. Я обычно беру вот один сорт, и больше я как бы другие не знаю по вкусу как. Ну и вообще лучше пользоваться топленым маслом, это гораздо полезнее. Так, топленое масло я беру белорусское, но не по названию белорусское, а именно из Беларуси, который привозят. Так, вот творог есть по 87 рублей, 9%. Так, сыр вот давно не брала, вот такой вот сырокопченый, плавленый. Он симбирский, 96. Так, ну вот есть сыры вот такие вот. Покажу обзор на рикотта 166. Для выпечки хорошо ватрушки делать, разные крема добавлять. Так, вот такой сыр российский. Так, 129 рублей. Так, вот такая информация. Сливочный 127 рублей. Для бутербродов. Вот очень ноздреватый, красивый вот такой вот сыр. На вид симпатичный. Стародубский 622 рубля за килограмм. Так, это вот на 191. Ну, стародубский, он вкусный сыр. Ой, взять что ли мне разочек? Ну, он вот что-то какой-то слишком твердый. Но это может даже и хорошо. Колбаски разные. Покажу обзорно. Я колбасу очень редко беру. А лучше курочку пожарить. Наверное, это будет полезнее. Селедка. Вот такая 7 узлов филе. 84 рубля стоит 240 грамм. Есть вот такие в баночках. Так, вот салат наш листовой. Ой, хорошенький он, между прочим. 51 рубль, даже дешевле, чем в Пятерочке. Хороший салат. Так, друзья, на этом буду свое видео заканчивать. Кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал. Наталья, акварелька Наталья. И будьте в курсе, какие цены на сегодня в наших российских магазинах. Так, 58 рублей вот такое молоко, 3,2% жирности. Но есть еще в бутылочках. До новых видео, друзья!